Друзья, всем привет! Сегодня мое первое утро в Брянске, и я скоро иду в цирк к своим обезьянам Мальте и Боне. Очень жду этой встречи, потому что я их уже не видел больше 12 дней, и очень, конечно, по ним соскучился. Сейчас сижу, завтракаю. Завтрак у меня всегда стандартный, я каждое утро ем творог и периодически добавляю туда разные фрукты, изюм, орехи, вот, и выпиваю вот такую кружку чая. Так что настроение хорошее. Посмотрите, вон погода какая. Вчера целый день снег шел, сегодня вроде как без осадков. Это кто это там готовит так вкусно? Кто это наготовил? Так. Это был рис. Его хотели сварить, а он поджарился. Вот так готовят артисты цирка еду. Такие вот спецэффекты в гостинице артистов в Брянске. Здорово, дед. Привет. Как самочувствие? Хорошо. На работу? Ну да. На улице наконец-то потеплело. Погода уже плюсовая. Сегодня на завтра 12, ночь обещаю. Ёлки-палки. В общем, никак не устаканится. Весна все-таки, а погода прыгает. Но сейчас, мне кажется, градуса 3 тепла. Хотелось бы, чтобы было бы уже и 5, и 7. Но, видимо, еще немножко зима сражается. Но, думаю, скоро все наладится и будет тепло на улице. День добрый. День добрый. Ой. Вы сюда? Ну как? Нормально. Ну, слава богу. Хорошо. Вам сюда? Да, спасибо. Я вам специально держу. Спасибо, спасибо. Катафей. Класс. С такой радостью идешь на работу. Круто. Переоделся, видите, он типа как ни в чем не бывало, словно и операции не было. Мусечка, Муся. Так, как всегда у меня проблемы с ключами, я опять их куда-то положил. Наверное, в джинсы. Можно идти на работу. Варя, я внизу. Ты уже внизу? Варечка, вдвоем. Здорово. Здорово, как самочуха. О, огурцуха. О, здорово. Как самочуха. Так, момент истины. Ну, здрасте. Ой, кошмар какой. Не поцелуй тебя скорее. Ну да почему? Мать, смотри, что это на папке? Что, вот это, что за ерунда так? Вот это что такое? Не было 2 недели, приехал.
Мальта Боня сбивает, как грушу, да, Мальта? Скажи, повисла там. Самой забираться-то не хочется. Че, Маль, достал он тебя, скажи, да? Так, раз. О. Так, ну, по порядку нужно сейчас мне пойти к доктору, который в цирке. Вот, и он должен посмотреть мою рану, потому что мне выписывали бюллетень, и мне его нужно будет продлевать. Он как раз с нами пошел. Куда? Куда пошел? За пирожками. Он всегда на это время ходит. Купит пирожки, поест, потом... Ой... Так, в общем, говорят, ушел Владимир за пирожками. Ну, придется подождать. Материал поглощается? Ну да, только у меня тут хреново. Ну елки-палки, я уже думал, посмотрели все. Не, я гляну кое-что. Слышь, как у тебя в руках? Все, отлично. Нормально. Сколько времени сказал? 4,5... Нет, 4,5 часа оперировали, а, значит, 8 недель строго. Дуэльс. Да. Строго вот так? Нет. Я могу вот так вот делать. Я понял, вот так. Ну да. Но только не так. Да. Отведение запрещено. Вот берешь, вот так вот делаешь, вот наклоняешься, чтобы она не в напряжении была, сухожилие, чтобы растягивало, своим весом. Вот так не поднимать, вот так ни в коем случае не поднимать. Вот так вообще, 2 месяца, да? 8 да, месяцев. Да, строго. Месяц занимался уже. Я ее не трогаю, ну, там какие-то вещи, спину там, пресс. Ну, это понятно, пресс. Спина там, ноги, это, да. Задница это можно, а руку пока не нужно. Ну, как, я выгляжу огурцом хоть? Ну, один, но 5 баллов. Я говорю, футбол можно играть, мало там нет баллов. Я думаю, что сейчас футбольную команду можно за сборную России уже выступать. А что, что? Не буду пока смотреть, не ладно. Это 15. Ну, штук 6, да? Швов? 7. Нет. Больше. Не знаю, 15-20. 15, ну 15 через каждый сантиметр. Пойду обезьян кормить. Давай, беги, все, давай, все. Все. Давай. Не, давайте уж так. Давай уж так. Не. Давай правой рукой. Так он... тебе можно, все, давай. Я погнал. Я в субботу. Вот ты же будешь здесь, да? Я каждый день здесь. Я завтра в 11 приеду. Ладно, на связи. До завтра.